Всем огромный привет, друзья! Я к вам опять сегодня с блинчиками. Будем готовить очень вкусные блинчики с цитрусовым вкусом и ароматом. Я уже здесь натерла цедру одного апельсина и также буду сюда добавлять сок апельсина. Ну, давайте посмотрим на этот рецепт. Но блины получаются безумно вкусные с ароматом цитруса. Натрите цедру одного апельсина на мелкой терочке. Выливаю сюда сок одного апельсина. Добавляю сахар. Сахар добавляйте по вкусу. Можете одну столовую ложку, можете две. Я добавила полторы. Добавляю яйца. Хорошо, давайте перемешаем это все. Желательно, чтобы сахар растворился. Добавляю молоко или комнатной температуры, или тепленькое. Еще раз смешиваем. Сахар уже растворился. Также добавим сюда щепоточку соли. Вот такую капельку я добавляю соды. Все хорошо перемешиваем. Теперь сюда добавляю растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешали. И теперь добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто готово. Вот такое вот оно получается. Оставляю его минут на 10, чтобы оно постояло. Потом буду жарить блины. Видите, первый блин не комом. Смотрите, какие они получаются. Очень тоненькие и в мелкую-мелкую дырочку. Очень вкусные и ароматные. Все, друзья, перепекла все блинчики. Смотрите, какие они получаются. Ажурные, все в дырочку. А главное то, что они очень-очень вкусные. Готовьте с удовольствием, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.